Добрый день, уважаемые любители рыбалки. На прошлом своем видике я показывал вот такую снасть на карпа. И здесь присутствовал такой элемент, как тройничок. Вот такой вот пластмассовый тройничок, на который крепятся поводки. Потом я подумал, что у некоторых, наверное, нет возможности такой тройничок найти, чтобы сделать эту снасть. И решил показать, как мы раньше обходились без этих тройничков. Как просто из проволоки скручивали отводы на пружине. Значит, вначале я попытался из проволоки 0,8 это скрутить, но жестковатое. Поэтому взял проволочку 0,6. Такую вот. Где ее можно взять? Я ее нашел на рынке, там где торгуют бижутерией, там где это продает бисер, там это такая вот проволочка есть у продавцов. Она применяется, ну, где-то для браслетов, что ли, делают из этой проволоки браслеты, что ли, делают. Вот так вот. Значит, берем проволочку. Берем пружинку. Вначале сделаем колечко внизу. Сделал колечко и раза 4-5 обкрутил ее. Конец этот не обрезаю, а засовываю ее в пружину. Ну, тут кончик заходит в пружинку. И в задней пружинке получается маленькое колечко. Теперь, вот видите, здесь термоусадка, я закрыл, вот смотрите, там все места нашего изготовления отводов. Для чего? Для того, чтобы меньше леска там цеплялась, путалась. Берем термоусадку и приблизительно вот так, вот такой кусочек отрезаем. Надеваем на проволочку. Ну, теперь, чтобы не мешало, можно и сюда вот ее так вот убрать. Видите, она за счет того, что пружинка сжимается, ее можно убрать дальше. Теперь отступаю здесь миллиметров 5, наверное. Ну, формируем петельку. Три раза где-то крутить ее. Теперь обязательно беру какой-нибудь образец, чтобы у нас все эти вот были одинаковые отводики. И накручиваю проволочкой. Делаю одну петельку и еще одну. Теперь обкручиваю ее вокруг вот этой основной проволочки, чтобы получился такой отводик. Ну, вот он получается, видите? И теперь обкручиваю вокруг основной проволоки. Раз, два. На пять. И снова делаем петельку.
вниз. И по новой начинаешь ее крутить. Так. Их можно сделать 3, можно сделать 4. Ну, я обычно делаю их 3. 3 отводика. Получается само то. Больше не надо. Опять-таки обкручиваем ее. Закручиваю вокруг основной проволочки. Все. Врезаем эту проволоку лишнюю. Подогнем до синицы, так, и выравниваем ее, делим на три части нашу окружность, получается вот такая у нас беда. Теперь вот видите, опускаю все вниз, красиво же было. Так получается уже красивше. Ну и как? Нормально? Так, теперь мы берем жалку. Сажаем нашу термоусадку. Все. Вот смотрите, получилась такая у нас пружинка. Вот она, сюда вот и идет. Все. Будьте здоровы.